Итак, это случилось. Невероятный проект, заряженный на неминуемый успех, стартовал. Мир уже не будет прежним. Он сошел с орбиты и со световой скоростью несется вперед к новым вершинам и достижениям. Объявляю о старте своей авторской NFT-коллекции под названием «Супер Гордон». Я активно и непосредственно принимал участие в ее создании. В том числе потому, что в нашем проекте есть благотворительная составляющая, о которой немного позже. Итак, я создал 3500 коллекционных карточек с моим изображением. Количество использованных комбинаций зашкаливает. Во время разработки мы достигли пика в креативности и дизайне супергордонов. Разные аксессуары, образы, мимика. В коллекции невероятное количество сюрпризов. Большинство из них связаны с мемами, о которых вы уже хорошо знаете. Некоторые карточки станут новыми мемами сами по себе очень скоро. Со всей серьезностью заявляю, что этот проект взлетит в стратосферу. О дате запуска я расскажу в отдельном телеграм-канале. Очень рекомендую найти ссылку на него на сайте проекта. Очень рекомендую. Еще. Уверен, вы слышали про армию дронов. Общий проект Министерства цифровой трансформации, Генштаба Вооруженных сил Украины и платформы United24. Я присоединяюсь к этой прекрасной инициативе, поэтому часть дохода с каждой NFT направлю на закупку критически важной техники – дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo. Дроны позволяют точно определить координаты целей. И если эти координаты зафиксированы, на эту цель наводится артиллерия. Также они позволят мониторить действия врага, изменять военные стратегии и в дальнейшем сохранить как можно больше жизней наших военных. Сбор средств для покупки дронов – очень важная составляющая проекта как для меня, так и, уверен, для каждого из вас. Я рад, что вместе мы сможем помочь вооруженным силам Украины в их правом деле, в нашем правом деле. Каждая NFT уникальна, второй такой не существует и никогда не будет существовать. Это причина, почему цена на NFT Супер Гордон взлетит в космос вскоре после открытия коллекции. Упустить такой шанс могут только очень недальновидные люди. Но есть еще кое-что. NFT – это своеобразный пропуск, который открывает доступ к уникальным цифровым услугам, физическим товарам, онлайновым активностям. Вы будете приятно удивлены их разнообразию. О них расскажу позже. Я с командой создал шикарнючий сайт, где вы можете ознакомиться с коллекцией. Также подозреваю, что для некоторых моих зрителей непонятно, что это за зверь такой NFT. На сайте есть видеообъяснение, чтобы вы смогли быстро узнать, что к чему, что такое NFT, как его используют и почему это не надуманный тренд. Но даже это тоже еще не все. Я решил добавить вам восторга от происходящего и анонсировать конкурсы. За выполнение простейшего, как одноклеточное, ряда условий у вас появится возможность получить NFT бесплатно. Все, что нужно сделать, это дождаться анонса конкурса в телеграм-канале или инстаграме проекта, выполнить парочку действий и, собственно, узнать результаты. Итак, кто-то из вас станет счастливчиком супергордоном в виртуальном кармане. А что делать с моей NFT-версией дальше? Дело ваше. Можно перепродать на вторичном рынке за бешеную сумму и стать новым шейхом в Дубае. А можно поставить виртуальную рамочку и медитировать на карточку каждый день по 30 минут. Ну или по часу. Все в ваших руках. Ну что, пора подводить итоги. Первое. Умопомрачительная, долгожданная, космическая NFT-коллекция открывается для покупки уже в конце этого месяца. Второе. Часть дохода от каждого проданного NFT пойдет на покупку дронов для вооруженных сил Украины. Таким образом, мы вместе внесем вклад в освобождение нашей родной Украины. Третье. Следить за анонсом нужно в телеграм-канале, который можно найти по ссылке в описании. Четвертое. Если внимательно следить за телеграм-каналом и не полениться выполнить условия конкурса,
можно выиграть бесплатно NFT-карточку с супергордоном и стать самым богатым и счастливым человеком на свете одновременно. На этом поток сегодняшних новостей прекращаю. Делитесь в комментариях, насколько вы были близки к теме моего проекта. До встречи!